Доброго времени суток, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Как вы видите, сборка «Пантеры» подошла к концу. И это уже финальная часть. Получилась у нас вот такая вот красивая камуфляжная «Пантера» под номером 524. Сильно я ее не пачкал, так как делал для знакомого. Он ее хочет поставить просто на полочку, чтобы она у него красиво стояла. Поэтому делал ее по минимуму. Загрязнений практически не делал. Только небольшая тонировка маслом. Немножко прошелся пигментом по гусеницам. Ну и в принципе все. Вот. Как бы модель, которая... Танк, который пришел только что на фронт. Получилась вот такая вот пантерка. Что хочу сказать по танку в завершении, в финальной части? Что модель по сборке очень хорошая. Очень хорошие траки. Все собиралось быстро. Какие были ошибки производителя, я про них рассказывал в ранних частях. Там все рассказал, как собирать и куда, на какие места ставить какие детали. Поэтому, кто не смотрел, можете посмотреть, и там все увидите и услышите. А так, модель понравилась. Модель понравилась. Довольно-таки красиво смотрится. Камуфляж делал соплом 02, тоже такой камуфляж, тут тоненьким соплом рисовал первый раз. Может быть, где-то и есть ошибки, но я камуфляжем доволен. Доволен камуфляжем, доволен самой пантерой. Так что вот так, друзья. Покажу потом фотографии, на фотографиях более, может... Где-то что-то более четко сфотографирую. Спасибо тем, кто комментирует мои видео. Спасибо подписчикам. Спасибо, что смотрите мои фильмы. Очень доволен, что если кому-то они приносят пользу, кому-то они нравятся, я очень рад, конечно, что работа ведется не впустую. Работа делается для вас. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я вам за это очень благодарен, друзья. Еще раз хочу поблагодарить вас за это. Дальше будем снимать и делать другие модели. Может быть, скоро начну делать авиацию. Буду пробовать себя в авиации, но сразу хочу сказать, по самолетам никакие перепилы делать не буду. Буду собирать из коробки и пробовать просто, чтобы красиво окрасить. Ну, а по технике вы сами видели мои работы. Кому-то они нравятся, кому-то, может, и нет. Ну, главное, чтобы видео приносили пользу. Спасибо, друзья, за просмотр. Всех благ вам и вашим близким, друзья. Смотрите следующие видеофильмы.